Всем большой привет! Сегодня я буду снимать теговое видео Too Much Information, по-другому слишком много информации обо мне, но некоторые вопросы решила убрать, потому что по мне так они вообще какие-то странные, из серии «С кем ты последний раз разговаривал, общался», ну кому, в принципе, это интересно. Вот, и давайте знакомиться ближе, давайте начинать. Первый вопрос, что на мне одето? На мне одета вот такая белая кофточка, штаны, носки, потому что я дома. Был ли ты влюблен? Да, конечно, я была влюблена и по сей день влюблена в своего мужа. И вот сейчас в ребеночка еще по уши просто. По уши. Было ли когда-нибудь ужасное расставание? И ужасное расставание у меня было, вот правда ужасное. Так как оно было ужасное, не нужно о нем вспоминать. Так, вопрос. Твой рост? Мой рост 1,64 м. Твой вес? Мой вес в нормальное время, а не после беременности, 53-54 килограмма. Так, следующий вопрос. Есть ли у тебя татуировки? Нет, к сожалению, или к счастью, татуировок у меня нет. Ну, я всегда хотела одну, знаю точно какую, но у меня муж против, и как-то все время не складывается. Я даже ходила, уже пробовала в салон, но как-то все время что-то не срастается, и поэтому нет, у меня, к сожалению, нет татуировок. Седьмой, не знаю, правда, к сожалению или нет. Есть ли у тебя пирсинг? Я могу сказать, есть ли. Он у меня и есть, и был. Будет, наверное, не будет. В данный момент у меня здесь вот проколот. Я считаю, что вот эти козилки, это тоже считается пирсинг. У меня была проколота уздечка, язык, пупок. Ой, давайте не будем. То есть, да, есть. А моя любимая звездная пара? Звездной пары любимой у меня нету. Так, мой любимый сериал. Я люблю «Секс в большом городе», и мне очень понравился «Доктор Хаус». Как-то такой был момент, когда мы прям залипли с мужем на него, смотрели все серии. Любимая группа. Я не могу выделить одну группу, у меня их как минимум штуки 4. Со всеми у меня связаны какие-то воспоминания в разные периоды своей жизни. И это у меня будет «Тик-так-тоэ», Guana Apes, Red Hot Chili Peppers и System of a Down. Кто-нибудь, по кому ты скучаешь? Я, конечно, безумно сильно скучаю по своей бабушке, которая ушла от нас 2 года назад. Это просто невероятно, как невозможно описать, как сильно я скучаю, как мне не хватает, потому что это не просто бабушка, к которой ты приезжаешь на выходные, а это именно как вторая мама, я с ней жила всю жизнь, и мне безумно ее не хватает, конечно. Любимая песня. Я вам ее сейчас включу, и это любимая песня на данный момент. Группа Elephant Down on Life называется. Сколько лет? Мне 24 года. Знак зодиака Водолей. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Ну, я не могу сказать, что я прям ищу какие-то черты, но я люблю добрых, открытых, жизнерадостных и просто хороших людей, не гнилых, а именно людей, которые готовы всегда помочь. Любимая фраза. Наверное, любимой у меня фразы нет, но так как я человек замороченный на еде, на внешнем виде, на фигуре там и еще на чем-то, то я, наверное, скажу, что моя любимая фраза – это «ты то, что ты ешь». И действительно, она очень глубокая, кто-то ее может поверхностно воспринимать, кто-то может ее уже со всех, с разных сторон крутить. Любимый актер. К сожалению, у меня нет любимого актера, они все время меняются, даже если мне в одном фильме понравился кто-то, то не факт, что в следующем он мне понравится. А читать статьи и просто, что это за человек в повседневной жизни, это не про меня. Любимый цвет. Мне нравится синий цвет во всех своих оттенках и желтый. Громкая или тихая музыка? Если я убираюсь дома, то я слушаю всегда громко. Если я еду в машине, и мне какая-то песня очень понравилась, я тоже ее слушаю очень громко. Но если я ложусь спать или лечу в самолете, какой-то нужен такой релакс, то я слушаю в наушниках тихо, чтобы вот этого дын-дын-дын такого не было. Куда ты идешь, когда тебе грустно? Куда-куда? В лес иду, конечно. Странный вопрос. Люблю гулять, когда мне грустно. И я иду к своему мужу еще в нем
поддержку, хочу, чтобы он меня пожалел, что я вся такая хорошая сказала. Как долго ты принимаешь душ? Именно душ, потому что у меня душевая кабина, и больше 15-30 минут я там выдержать совершенно не могу. А как долго ты собираешься по утрам? Это зависит от того, куда мне. Если на работу там, или по делам куда-то, то это от 15 до 30 минут. Когда-нибудь дралась? Да, я дралась. И в школе это было, в начальных классах. И прям дралась. И с мальчиками, и с девочками. Прям. Сейчас прям помню даже, как картинка в голове всплывает, как все это было. Вот такая я. Что привлекает в людях? Что не нравится в людях? Объединю. Это, наверное, будут терпение, трудолюбие, человек, который всегда готов помочь. И что не нравится, это, наверное, я терпеть не могу, когда люди выпендриваются, чем-то там пытаются классным показаться, когда пытаются прыгнуть выше своей головы, когда врут. Особенно это мужчины как-то делают. Для меня это прям огромный минус. А так, в принципе, я думаю, что каждый знает себя и каждый знает, что ему нравится в людях. То есть вы ищете себе подобного. Так сложно объяснить, что же вы ищете. Я ищу человека, настоящего человека, доброго, который откликнется, а не тот, который я классный. Причина регистрации на YouTube. Ну, зарегистрирована я очень давно, а именно стала вести свой канал недавно, именно вести, а не раз в месяц что-нибудь снимать, а почаще сейчас. Это, наверное, связано с тем, что я по жизни не очень уверенный в себе человек, это мой минус, и с помощью видео я пытаюсь как-то бороться со своими какими-то страхами, и, ну, как-то бороться с собой. Твои страхи. Как говорит мой муж, что... Я человек без страха, это плохо, что я вообще там не вижу грани какой-то, но это не так. Я безумно боюсь летать. Правда, я очень сильно боюсь сейчас летать. И случилось это года полтора назад, наверное, не помню, когда мы летели, по-моему, из Мексики. Я стала прям реально бояться, потому что я перелетала, когда я находилась очень долго на борту, уже там 12, что ли, часов мы летели. Все, потом у меня крыша съехала. Когда мы летели вообще на Бора-Бора, там с пересадками совсем на свете было 24 часа, 23, все, у меня там прям истерика была. Ну, так что мои страхи – это пока что полеты, но это не говорит о том, что я не летаю, я с этим борюсь, но везет тем людям, кто со мной сидит, если честно. Они потом все в синяках, потому что я цепляюсь. Последняя вещь, заставившая тебя плакать. Вы не поверите, это такая... мини-история. Когда муж меня забирал из роддома, и мы ехали в машине, и выбирали все-таки, как же мы назовем малыша, я помню, что мне стало так грустно, потому что муж хотел мальчика, хотел имя, которое мне не нравится до сих пор. И я такая думаю, господи, я, значит, малыша носила, мучила, все это делала, там, грубо говоря, я, все это пережила, а он еще и имя хочет себе забрать, и мне стало так грустно, и, ну, слава богу, мы выбрали мое имя, и все. Но последний раз я плакала, когда мы выбирали имя. Последний раз, когда ты говорил, что любишь, ну, это говорю каждую минуту своему малышу, наверное, и мужу. Значение имени на YouTube. Я коллекционирую ананасы. И Наська-ананаська просто звучит, когда-то мне кто-то сказал, и так оно приелось. Последняя прочитанная книга. Французские дети не плюются едой. Любимая еда. Индейка, брокколи и яичница. Еда, яичница. Место, которое хочу посетить, это Аляска, Новая Зеландия и Австралия. Но, наверное, из этого всего больше всего я хочу посетить Австралию. Я не представляю, мне туда, кажется, надо ехать на месяц, потому что там столько всего интересного. Австралия. Последнее место, где я был. Последнее место, где я была, это был Кисловодск. Когда я была беременна, мы туда ездили на поезде. На поезде. Это буквально вот сколько там, полгода назад. Ну, а если за границей, то последнее место, где я была, это была Майорка. По кому сходишь с ума? По кому? По мужу? По ребенку? По себе не схожу.
Когда последний раз целовался? Я же сказала, некоторые вопросы опущу, да? Любимая сладость – это помадка и безе. Любимое украшение – это будет у меня вот такое вот сердечко от Tiffany двойное и колечко от Frayville вот это. Последняя спортивная игра – это большой теннис. Мы занимаемся также с мужем большим теннисом. Последний раз, когда ты с кем-то оттягивался, я уже не помню, когда это было-то, потому что я была беременна, и это было так для меня, кажется, давно, я уже не просто, и это сейчас то, что я хочу, это пойти куда-нибудь оттянуться, отдохнуть, выдохнуть, но это, конечно, не получится, ну а так, последний раз я прям круто-круто оттянулась, прям очень здорово, это, конечно, было на мой девичник, и я это очень классно запомнила, и спасибо моим девочкам, которые мне его устраивали. Было все супер. Кстати, могу ссылочку оставить на него. Там фотографии, по-моему, я выкладывала видео с фотографиями.